Все и сразу, и пешеходные дороги, и автомобильная дорога, все в кучу, и трамваи ходят. Туда-туда? Вот я смотрю, вроде бы туда. Мэп СМИ что-то подкачивает, да? Тупит? Попутливает немножко. Сейчас можно это самое посмотреть на Google. Ну, вроде не обманывалась, пока мы шли по ней. Ну, никуда точно там какой-то торговый. Куда пойдем? Да. Зашли в какое-то красивое здание, вроде как ресторан, поискать туалет. Нашли вот такой прикольный, красивый ресторан. Вроде как театр написано. Вроде никто не прогоняет. Можно посмотреть, селфи сделать на фоне люстры. Ну, я думаю, мы аккуратненько. Да, возможно. Возможно, театр был где-то здесь. Это второй этаж. На первом этаже ресторан. Здесь тоже какой-то банкетный зал сделан. Красивенько так. Старинненько. Ладно, пойдем. Не буду, чтоб не ругались. Окей. Какие-то балконы написаны где-то там. Да, как я уже говорил, хотели сходить, найти туалет, нашли театр. Театр, но он интегрирован с рестораном, но, возможно, есть какие-то выступления. Вроде там было объявление, что какой-то концерт в Вивальди. Ну что, что естественно, то не противно, захотелось просто сходить. Вот, а у них вот так вот. Прикольно. А, да-да, это шеринг же, вот как они? За денежки. Так, продолжаем снимать. Походу мы пришли на площадь собора Антверпенской Богоматери. Тут у нас все сразу. Это походу метро. Гройнплац. Что это означает, не знаю по-голландски. Так. Хожу сразу одновременно, подзаряжаю от пауэрбанка. Разряжается камера, поснимал 30%, думаю, чтобы осталось. Хожу, позаряжаю. Вот такие вот эти площади европейских городов с соборами, с историческими зданиями. Что тут у них может быть? Муниципалитеты, мэрии. Так, памятник. Исторически я по истории Бельгии я не подкован сильно, поэтому пойдем посмотрим, кто это такой. Какой-то дяденька. Петро Пауло Рубенс. О, так это же художник. Вроде как. Ага. Получается, это площадь Рубенса. Ну хорошо. Немножко мы приземлимся тут на скамеечку, попить водички, как говорится, отдохнуть. И есть желание сходить в собор. Почему? Потому что там выставлены картины Рубенса. Подлинники.
или нет. Посмотрим, почитаем. Сад красиво тут. Солнце вышло. Что-то я тут отстаю, столб снимаю. До этого дождик был немножко. Сейчас солнечно, хорошо, тепло. Окей. Все так близко, люди сидят, и трамвайный путь. Посмотрим, может трамвай пойдет. Может туристический, может общественного транспорта. Так, перекусили, попили воды и продолжаем нашу прогулку по улочкам Антверпена. Подошли к собору. Я все хочу сказать Парижской Богоматери, Антверпенской Богоматери. Попробуем зайти вовнутрь, если есть сегодня экскурсии. Вот главный вход написан там. О, как колоритно. Тоже красиво. О, эти мемы, про которые-то. Как они? Мемы, не мемы. Ничего не влезет, да? Ну, у меня есть видео, где уже такое все. Еще надо дальше отходить. Я тут и снимаю, и на видео. Как бы нереально без людей-то, тут надо ночью, наверное, приходить, чтобы хоть что-то хоть как бы снять. Внутри картины Рубенса. Да. Пойдем внутрь? Да. Окей. Ну и немножко поближе. Здание собора ремонтируется. Красиво. Пойдем сходим в здание. Закрыто. Закрыто.
А, наверное, платный вход, да? Закрыто. Порционально, наверное, запускают. Не, в прошлый раз я ходил все бесплатно. Пойдем посмотрим. Короче, все закрыто. С 10 до 15 посещения. Пойдем посмотрим лавочку. Понятно, ничего интересного. Это походу термокружки с ликами святых. Интересно. Thank you.